Всем привет, друзья! Привет из Батуми. Мы путешествуем по Грузии. Сейчас я нахожусь в Батуми. Вот посмотрите, какая красота за моей спиной. Какие красивые строения по набережной вдоль моря. Гуляем. Смотрите мои видео на канале. Подписывайтесь, пишите комментарии, с удовольствием отвечу. Пляж посмотреть. Смотри, что это черное. Угу. Ну, набережная, мы только пришли на набережную. Сейчас налево повернем, пройдемся по набережной. Идем на пирс, да, широкая очень. Ну, тут подсыпают, наверное, булыжники. Какой широкий, да? И чистый. Муж подметил, и чистый. Рыбу ловят? Хорошо придумали с этой смотровой площадкой. Ты имеешь в виду, сюда ныряет? Пацанва, думаю, летом ныряет. Местные-то хорошо знают свое море. Берег знают и глубина какая. Ну, приличная-неприличная, но местные-то ребята, наверное, с пеленок тут плавают, ныряют. А мы собираемся вот туда. Куда-то туда. Пойдем по набережной. Да, все поменялось. Строят. Все меняется в Батуми. С каждым годом хорошеет, красиво становится. Прям как европейский городок. Часов 5, наверное, да, 17:00. Сегодня обычный будничный день. О, я тоже хочу мороженое. Сегодня про мороженое говорили. Перепробовали очень много вкусностей. Ну, такой устроили себе праздник живота. Кое-что поснимала. Ну, для любителей вкусно покушать, Грузия – это гастрономический рай. Каждый день можно ходить в столовые, рестораны, кафешки. И каждый день можно пробовать что-то новенькое. Перепробовала несколько видов лимонада. Газированную воду вообще не пью. Ну, прочитала про знаменитый завод газированных вод. Где увижу лимонад, там пробую. В магазине купила бутылочку. Очень люблю груши. Грушевый, потом мандариновый. Потом с местной какой-то ягоды. Вкусный лимонад, лимонад детства. Ну и вот, сегодня почитали про мороженое. Будем пробовать мороженое. Ну, про хачапури это вообще отдельная история. Разновидностей очень много хачапури пробовали. Несколько видов. Ну, Сергей мой любит очень по-аджарски, именно чтобы лодочкой внутри. Сыр вот этот плавленый с яйцом. Очень ему нравится. Вот если где найдем, встретим по пути, обязательно зайдем покушать. Не летят очень быстро. Время проводим хорошо. Если есть вопросы, пишите. Я буду с удовольствием отвечать. Не стесняйтесь, любую тему затрагивайте, я отвечу. Готовится к сезону. Стройка во всем. Ремонтируют дорожки. Очень много собак в городе. И чипированных. Прям вот смотрю в ушки. Там такие пластмассовые штучки торчат. И не чипированные.
прошли по набережной, штиль на море. Вот смотрите, какие домики. Ну, это все новострои. Работает? Нет, не работает. Какой небоскреб. А где мой супруг? Ого, далеко как ушел. Ну, прям как в Дубае. Вот мы почти до мыса уже дошли. Осталось еще совсем немножко. Идем с мужем, общаемся, посидим на лавочке, дальше идем. И вот смотрите, уже новый объект на нашем пути. Вот, с правой стороны море. Ну, порядок наводят, там почище, здесь подсыпают, поднимают. Город чистый в основном. Очень много русскоязычных, очень много молодежи. Прям вот так вот проходишь и слышишь разговоры на русском языке. Видите, как уже тепло, как люди одеты в шортах, в футболках. Ух ты, какая собака красивая. Красивое здание какое, что там наверху. Дальше опять новостройки. Тоже что-то строится. Вот еще какие тут здания пошли. А вот стадион пляжного футбола. Сезон играют, наверное. Сейчас закрыты. Вот это здание тоже, как в Дубае. Почему я постоянно говорю, как в Дубае? Потому что была в Дубае не раз, отдыхали в Объединенных Эмиратах. И эти здания похожи. Особенно вот это. Туда дальше, как вот бокал. Вот еще незаконченное строение. Голубое стекло, что ли, сверху. Сейчас посмотрим. Тут плохо видно, но вот видно наверху еще незаконченное строение. Вот еще какие тут здания пошли. А вот стадион пляжного футбола. Сезон играют, наверное. Сейчас закрыты. Вот это здание тоже, как в Дубае. Почему я постоянно говорю, как в Дубае? Потому что была в Дубае не раз, отдыхали в Объединенных Эмиратах. И эти здания похожи. Особенно вот это. Туда дальше, как вот бокал. Вот еще незаконченное строение. Голубое стекло, что ли, сверху. Сейчас посмотрим. Тут плохо видно, но вот видно наверху еще незаконченное строение. Подошла поближе. Вот
велосипедная дорожка. Возвращаюсь сюда. Связали их, что ли? А, точно связали. Почему? Обрезали, смотрите, все связанные. Обрезали их, почему они связанные? Кто знает, напишите. Да, здесь, конечно, не сравнить со старым городом, где мы живем. Узкие улочки, булыжные мостовые, постройки двух-трехэтажные, а здесь небоскребы. И туда дальше все выше и выше дома. Ну, мы прям на мысике, на самом. Мы идем смотреть скульптуру Ади и Нино. 7 часов подсветку включает, начинается движение. И очень интересно, как они совмещаются, друг к другу направляются, потом раздвигаются. В общем, посмотрим. Дорожка велосипедистов. И вот смотрите, тут как ну подойди ближе, мы же обратно не пойдем, говорю, подойди ближе, посмотри. А что, ну красивое место.